Ну, главное оставаться человеком. Это главное достижение для нас всех. А так, конечно, очень много планов, дел, и я бы очень бы хотела бы на первом месте, наверное, чтобы больше людей, молодежи понимали, насколько они могут сильнее использовать свой потенциал и приносить, насколько они могут больше приносить пользу. То есть каждый из нас, мы, мне кажется, ради этого живем, ради того, чтобы творить добрые дела. И иногда, может быть, не хватает решительности, может быть, не хватает смелости. Я думаю, что в основном все мечтают и хотят, желают помогать, но иногда мы боимся этого делать. Боимся, что нас обманут или же много, но это так не работает. Добрых дел не бывает много, и там нет лимита.